Здравствуйте! Вы смотрите портал All8 Digital. Сегодня мы вам расскажем о материнской плате Zotac H67 ITX Wi-Fi. Плата продается примерно за 5000 рублей и относится к сокету Intel LGA1155 на чипсете H67. Дизайн коробки выполнен в фирменных цветах Zotac, это черным и желтым. На обратной стороне коробки изображена материнская плата и расписаны основные составляющие. Чуть ниже указана информация о комплектации на разных языках, включая русский. Пожалуйста, запаситесь терпением, так как комплектация платы очень богата и начинается с 4 кабелей SATA. Диск с драйверами и программным обеспечением, информация о расширенной гарантии Zotac, руководство по быстрой установке, руководство пользователя, защитная планка для портов ввода-вывода, 2 Wi-Fi антенны, заглушка на заднюю панель с двумя портами USB 3.0, которая также оснащается монтажной планкой уменьшенной высоты, пленитель питания процессора и завершает комплектацию переходник с DVI-I на VGA-DSAP. Плата относится к стандарту Mini ITX и выполнена в виде квадрата со сторонами 17 см. Система охлаждения выполнена из двух радиаторов. Один радиатор находится на силовых элементах распитания процессора, а второй радиатор на чипсете. Подсистема питания выполнена по пятифазной схеме. Плата использует только высококачественные компоненты и твердотельные конденсаторы. Многие материнские платы данного форм-фактора используют ноутбучные модули. Однако здесь установлены два полноразмерных слота для памяти DDR3 с частотой до 1333 МГц и максимальным объемом 16 ГБ. На плате установлен полноскоростной PCI-Express порт X16. USB 3.0 реализован через контроллер VLI VL800, а через данные колодку можно подключить заглушку, которая идет в комплекте. Звуковой кодек Realtek ELC892. Также на плате установлен Wi-Fi модуль Aferos. Если есть необходимость сбросить КМОС, то делается это данной кнопкой. Есть еще два контроллера, которые, к сожалению, не видно при поверхностном осмотре. Это Realtek RTL8111i гигабитная сеть и чип мониторинга Novaton NCT55770. Установлено два коннектора SATA 3 и 4 коннектора SATA 2. 6 коннекторов SATA – очень редкое сочетание для материнских плат данного форм-фактора. Порты ввода-вывода. Гибридный PS пополам для мышки или клавиатуры. 2 USB 3.0. DisplayPort. HDMI порт. DVI-I. 2 коннектора для Wi-Fi антенны. USB 2.0. И SATA, Ethernet порт, USB 2.0, оптический SPD и 5 мм звука. Данный ролик является первой частью обзора материнской платы Zotac H67 ITX Wi-Fi. Вторая часть обзора текста будет опубликована позднее на портале All8 Digital. Следите за обновлением портала. Спасибо за внимание.